Порой при использовании временного освещения нам приходится включать кратковременно свет в темных помещениях на небольшое время. Ну, например, в коридоре или в подъезде. И чтобы постоянно там не горел свет, применяются датчики, как датчики движения, так и датчики акустические. Вашему вниманию предлагаются акустические датчики с защитой от дневного света. Смысл защиты от дневного света сводится к тому, что если освещенность в помещении, которое должна включаться или выключаться лампа, превышает определенный порог, на акустическую составляющую срабатывания датчика не будет. То есть он должен срабатывать, условно говоря, на хлопок. Вот я хлопаю руками возле датчика, который у меня подключен к лампочке и сети, и он не срабатывает. Но если мы закроем оптическую часть датчика, то он включится, сразу включится, потому что он у нас включен именно звуковым сигналом и работает теперь в течение определенного времени, там 20-40 секунд, он будет гореть, эта лампочка, до выключения. Но, как я говорю, обязательное условие работы этого датчика – это отсутствие света на оптическом датчике этого включателя. Подключается этот включатель очень просто. Два провода подключаются, собственно, к лампе, и два провода подключаются в сеть. Все, лампа погасла. И теперь она не включится, потому что есть достаточный уровень освещения на этой территории. Я закрывал оптический датчик монетой. После этого система работала на звуковой сигнал. Сейчас же она на звуковой сигнал не срабатывает. Вот как-то так, малята.